Верхняя одежда осень-зима 2022 год. Топ-5 моделей на холодный сезон. Верхняя одежда – это ключевая часть модного ансамбля. Демисезонное пальто, дубленка и пуховик оверсайз, короткие и удлиненные модели, принтованные и однотонные. Как не запутаться в таком разнообразии? В сегодняшнем обзоре рассмотрим главные тренды сезона «Осень-зима 2022 год». Пуховики занимают почетное место в осенне-зимнем гардеробе. В новом сезоне будут популярны как длинные пуховики, так и модели укороченного кроя. Последние придутся по вкусу женщинам с активной жизненной позицией – автоледи. Здесь можно позволить себе теплые, сдержанные или яркие цвета. Модели формата оверсайз, а также кожаные пуховики не покинут модный пьедестал этой осенью. Длинное свободное пальто придаст образу стиля, а женской фигуре – хрупкости. Модели с качественной эко-кожи подчеркнет вашу индивидуальность. Пальто – самое элегантное решение на холодное время года. Это может быть однотонный или принтованный вариант. Из принтов в тренде клетка, гусиная лапка. Пальто с меховыми вставками тоже входит в топ самых модных моделей сезона. Осенью и зимой украшать меховым декором будут рукава, воротники. Отдавайте предпочтение классическому крою, который делает образ более дорогим и элегантным. Не проходите мимо поясных моделей, акцент на талии максимально приблизит вас к силуэту песочных часов. Что касается материала, выбирайте пальто из кашемира, шерсти или твида. Плюшевая шубка с забавным названием «Чебурашка» все еще не теряет своей актуальности. Искусственные материалы, объемная линия плеч – все это прекрасно вписывается в кажуал образа. Остановите свой выбор на моделях привычного коричневого цвета, также подойдет беж и его многочисленные оттенки. Дубленка «Авиатор» – стиль и комфорт в одном флаконе. Ей не страшен холод, сильный ветер или сырая погода, однако под дождь или мокрый снег в ней лучше не попадать. С дубленкой можно складывать стильные, комфортные и чуть-чуть брутальные образы на холодный сезон. Популярными остаются модели оверсайза. Вопреки расхожему мнению, они не лишены элегантности. Свободный фасон не сковывает движение, отлично подходит для сотворения многослойных сетов. Именитые дизайнеры еще несколько сезонов назад превратили стеганое пальто в тренд. Сегодня в моде клетчатая стежка, диагональная, ромбовидная. По тепловым характеристикам стеганое пальто уступает пуховикам, зато отлично подходит для уютных демисезонных образов.